Станица Северска ищут подрядчика для ремонта моста на улице Комарова. Напомним, что автомобильную переправу через реку Убин признали аварийной в начале декабря прошлого года и закрыли для движения транспорта. Пешеходы по-прежнему пользуются мостом. Мы сейчас получили технический паспорт объекта, ищем подрядчика. Технический паспорт моста был получен после обследования его состояния экспертами. О сроках реализации реконструкции пока не говорят, но она начнется после выбора подрядчика и с учетом погодных условий, позволяющих производить некоторые виды работ.